От творчества и спорта до педагогики и военного дела. Дворец молодежи «Дружба» отметил свой 20-летний юбилей. В «Дружбе» не заскучаешь. Мастер-классы и выставки от воспитанников театральной студии «Абсурд», участников школы подготовки вожатых и военно-патриотического клуба. Экстремальные виды спорта. Самая активная молодежь нашего города воспитывается именно здесь. У нас занимаются 23 клуба, все на бесплатной основе. Более 1000 человек у нас занимаются. Можно прийти любому человеку. У нас даже воркаутов сейчас занимаются и семьями. У нас все могут найти себя, все желающие, кто не хочет сидеть дома. Даниил Конобеев почти каждый день проводит в военно-спортивном центре. На занятия попал случайно, пришел с другом за компанию и остался. Я занимаюсь маргеловцами. Наш военно-спортивный центр называется СВЦ «Маргеловец». У нас преподает Оболонков Константин. Он очень хороший преподаватель. Здесь, под покровом небес, мы родились. Участники клубов и молодежных формирований неоднократно становились победителями региональных соревнований и конкурсов, лауреаты международных состязаний. Глава округа Сергей Никитенко вручил поздравительный адрес губернатору Московской области Андрея Воробьева, директору «Дружбы» Ирине Балкиной и отметил сотрудников, которые каждый день делятся с детьми знаниями и опытом, помогают молодежи определиться с будущей профессией. Я искренне рад, что уже 20 лет двери Дворца молодежи открыты. Я когда прихожу и смотрю, как тут вечерами, что здесь у вас как бы как происходит, как вы здесь встречаетесь, занимаетесь, или как сейчас это модно говорят, тусите. Я так рад, что такой дом, дворец у нас в городе есть. Что есть место, где каждый желающий, молодой серпухович, может прийти, найти в первую очередь, наверное, новых друзей, а также чему-то научиться. Что-то узнать и как-то развиться. Это очень здорово. Поздравить с юбилеем дружную компанию Дворца молодежи пришли почетные гости. Среди них Татьяна Корзубова. Она в честь праздника подарила дворцу музыкальную аппаратуру и 3 теннисных стола. С праздником вас и всего самого-пресамого доброго. Любви, здоровья, успехов, удачи. И чтобы каждый день радовал. И вы, педагоги, радовали своими номерами ваших учеников, нас, простых жителей. Спасибо вам огромное, с праздником! Воспитанники и наставники ведут активный образ жизни, принимают участие в городских мероприятиях, проводят круглые столы, кинолектории, интеллектуальные игры, квесты, акции. Дворец молодежи оправдывает свое название. Чем бы ребята ни занимались, их всех объединяет дружба и любовь к родному городу.